Существует очень много видов коллекционирования – монет, денежных знаков, предметов искусства. В Славянском районе есть заядлые любители этого дела. Секция «Коллекционер» клуба К-95 объединила людей, увлеченных коллекционированием различных предметов. Наши корреспонденты пообщались с руководителем этой секции и узнали много интересного о своей малой родине. На протяжении 30 лет Богдан Фуфалько коллекционирует различные предметы с далекого прошлого. Для него это не просто собирательство, а изучение истории. Клуб К-95, поисковый отряд «Кубанский рубеж», официально занимается поиском с 2005 года. В нем Богдан Дмитриевич является руководителем секции «Коллекционер». Поисковый отряд находит различные предметы времен войны, а также места захоронения погибших солдат. За все время работы отряда бойцов найдено больше 100 человек. Котелки, ложки, самодельные медальоны по таким косвенным признакам удавалось устанавливать фамилии солдат. Ну, сбор информации – это вещь очень такая интересная и на любителя. Но это очень длительный поиск, анализ, сопоставление, потому что многие факты могут быть, будем говорить, идти в противоречие с действительностью или с фактологией какой-то. Они могут быть неумышленно искаженными. Окончив школу, Богдан Дмитриевич получил диплом историка. Помимо поисковых работ, он увлекался писательской деятельностью. Под его авторством есть несколько изданных книг. По одному из таких изданий обучаются славянские школьники. Это историко-географические сведения, первый социально-экономический справочник, над которым историк работал не одно десятилетие. Многолетний поиск, работа с архивами и беседы с живыми свидетелями. На сбор материала ушло 20 лет. Мы нашли записку самодельную, ее написали, еле разобрали, она там рваная уже была, полусгнившая, слевшая. 70 лет прошло после того времени, да. Это обыкновенный был патрон разряженный, порох высыпанный, вставлена записка и обратной стороной пули, она бы как бы плотно была, ну, закрыта, то бишь так упакованная и спрятанная. Для школьников этот справочник может стать надежным подспорьем в изучении истории и географии Славянского района, объясняет автор. Ведь в нем даны краткие сведения о географических условиях района, истории возникновения станиц и хуторов, памятниках воинской славы и архитектуры. Как признается Богдан Фуфалько, вся его жизнь – это поиск информации, редких экспонатов, предметов. По его словам, коллекционирование – это не просто хобби, а целая наука. И этим он планирует заниматься и дальше. Тина Копачевская, Михаил Варгулев, Георгий Калинин. Программа «События».